The New York Times сообщает, что два помощника Камалы Харрис по поездкам ушли из своих должностей всего за день до ее поездки на границу США и Мексики. Источники, близкие к этому вопросу, сообщили, что директор Харрис по передвижению Карли Садковяк и заместитель директора по передвижению Габриэл Ди Франчески сообщили в офис Харрис, что они увольняются в ближайшие недели. По словам команды Харрис, отставки были ожидаемыми, и Садковяк и Ди Франчески работают над поиском замены для своих должностей. The New York Times также отметила, что команды Харрис по поездкам явно не хватает рабочих рук. Усилия по заполнению пробелов в команде Харрис предпринимались еще до того, как она поехала в Центральную Америку. Харрис, которой Джо Байден поручил курировать кризис на южной границе, еще не совершила поездку на границу с тех пор, как вступила в должность в январе. Симон Сандерс из команды Харрис в среду выступил с заявлением, которым объявил, что Харрис наконец посетит границу в пятницу в сопровождении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Ожидается, что в следующую среду президент Дональд Трамп также посетит южную границу вместе с республиканцами и губернатором Грегом Эбботом. То, что Байден и Харрис сделали и продолжают делать на нашей границе, является серьезным и преднамеренным нарушением служебных обязанностей, заявил Трамп в прошлый вторник. Надеюсь, мой визит прольет свет на эти преступления против нашей нации и покажет невероятным людям из ICE и Border Patrol, что они пользуются нашей непоколебимой поддержкой.